Здравствуйте! С вами программа «Политшапито» с обзором последних новостей Украины. Президент Украины Петр Порошенко посетил с официальным визитом Австралию, где показал всему миру свободу и независимость Украины, поклонившись почетному караулу. Пока политические эксперты и обыватели пытаются выяснить причины столь экстравагантного поступка, нам удалось получить видео, доказывающее, что дело здесь вовсе не в алкоголе или уровне IQ. Месье, je ne mange pas six jours. Ну не верю, не верю! Жалостливее! Больше музыки в голосе, идите от себя! Месье, je ne mange... Месье... Je ne mange pas six jours. Ну, немецком давайте. Geben Sie mir bitte. Ну, немецкий, ладно, вы знаете. По-русски давайте. Ну, по-русски. Кун гениально. У вас талант к нищенству заложен с детства. Правда? Ну, конечно. Идите. И без денег не возвращайтесь. Пока Порошенко бил челом австралийским военным, украинские военные придумали, как выиграть войну. Оказывается, для этого нужно всего лишь наплевать на Конституцию и запретить менять место жительства и выезжать за границу мужчинам от 18 до 60 лет без разрешения военного комиссариата. Именно так решили в Тернополе. Это при кровавом Януковиче можно было ездить за границу и жить где угодно. А новая, демократичная, выбранная на Майдане власть научит вас родину любить. В то время как тернопольские военные пытаются восстановить крепостное право, местные ПТУшники, преисполнившись свободы и гидности, устроили люстрацию директору. Администрациям детских садов. И психиатрических клиник, видимо, тоже следует приготовиться. Вообще, на Галичине постоянно происходит всякая гидность. Я насрав собі в шаровари, танцюючи бойовий гопак. Бувало таке, звісно, раніше, але сьогодні щось тут не так. Щось тут не так, щось тут не так, щось тут не так. Но об этом мы поговорим в следующих выпусках. А сейчас я поздравляю свідомих українців с очередными перемогами. До новых встреч в эфире.